Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Таксистом. Я бы хотела бы стать массажистом, когда вырасту. Чтобы получать много денег и копить на эти деньги, куда захочу, и кормить свою семью. Парикмахером, может. Расскажи, пожалуйста, кем бы ты хотел стать, когда станешь взрослым? Железным человеком. Я бы хотел стать футболистом, зарабатывать много денег и покупать много мороженого клубничного вкуса. Я хочу стать массажистом, чтобы много денег заработать. Человеком-пауком. А почему? Потому что, он борется с Я хотел бы стать каратистом. А почему? Потому что они дерутся. Когда я вырасту, я мечтаю стать зубным врачом. Потому что хочу лечить детские зубки, чтобы у детей не болели зубы. Дать всякие пломбы, чтобы детей никогда не болели зубки. Расскажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать, когда станешь взрослым? Футболистом. А почему? Футбол играть. Я бы хотела стать принцессой. Ветеринаром. Я хочу стать лобовым, чтобы бороться против Крагера. Мне дали большую золотую чи. Я хочу стать музыкантом. Петь песни красивые. Хочу стать отличным музыкантом, который все будут любить. Музыканта, который хорошо песни поет. Я бы хотела стать доктором, чтобы лечить больных людей. Я бы хотела бы стать профессиональным дзюдоистом, чтобы хорошо подрабатывать. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Полицейским. Полицейским? А почему? Чтобы ловить преступника. Об этом я мечтала. Чтобы кататься на машине. И все.
Дорогие ребята, вот и прошли наши 5 лет с тех пор, как вы пришли в наш детский сад, именно ко мне, когда вы маленькие были совсем. На руках я вас носила, плакали вы, а сейчас вы уже подросли, стали большими, готовитесь пойти в школу. Я очень рада за вас, что вы выросли хорошими детьми, потому что и родители, и я, мы этого очень хотели. Желаю вам в дальнейшем вырасти замечательными людьми, добрыми, отзывчивыми, и чтобы вы были все счастливы, потому что счастье и здоровье – это самое главное. Очень бы хотелось через какой-то промежуток времени увидеть или услышать ваши фамилии где-нибудь по телевизору. Может быть, вы отличились бы в каких-нибудь науках. Может быть, вы пошли бы работать на телевидение. Может быть, вы бы были актрисами, танцорами. Может, кто-то футболистом. Я была бы очень рада, потому что именно вас, вас когда-то я принимала, носила на руках. Не знаю, запомнили вы, не запомнили эти годы. Очень бы хотелось, чтобы они у вас остались на всю жизнь в памяти. Дорогие ребята, пройдет много лет, и вы когда-нибудь включите это видео. Может быть, с вами будут смотреть ваши дети, потому что им будет все интересно, как и вам было когда-то интересно. Я очень надеюсь, что вы состоявшиеся люди, что у вас в жизни все получится или получилось уже. Буду рада, если вы всегда будете помнить о нас, о нашем садике, о детях, которые были в этом саду. Очень бы хотелось, чтобы все вы оставались друзьями, потому что друзья всегда нужны. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Подводником. А почему? Ну, я хочу плавать на подлодке, я это люблю. Ну, я этим увлекаюсь, ну, чтобы много денег получать. Ну, и... Потому что я люблю море. Я хочу стать певицей, чтобы зарабатывать много денег. Чтобы все люди узнавали. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом. А почему? Потому что мне нравится космос. Мне дома есть карта космос. Я хочу стать ветеринаром, чтобы лечить животных. Я хочу стать полицейским. Кем бы ты хотел стать, когда станешь взрослым? Космонавтом. А почему космонавтом? Потому что мне нравится летать в космос. Я хочу стать звездой, чтобы меня люди узнавали, чтобы я стала известной, чтобы деньги получила. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Полицейским. А почему? Потому что мне нравится ловить преступников. В магазине работать. Еще хочу, чтобы у меня был дом, еще и ферма, и все. We'll be right back.
Дорогие мои детки, от всей души поздравляю вас с успешным окончанием нашего детского сада «Солнышко». Перед вами открывается большая дорога в жизнь. Желаем вам здоровья, счастья, добра, мирного неба над головой, чтобы вы росли добрыми, отзывчивыми, чтобы нам, воспитателям, педагогам нашего детского сада, родителям не было стыдно. Не забывайте нас, не забывайте своих воспитателей, педагогов. Приходите к нам в гости, мы будем очень вам рады. Ну, все, успехов вам, до свидания.